сидеть-то? Ох ты, что? Зачем ты пушку сменил, дурак? Ты куда побежал? Да что тебя? А, вас тут двое даже, уродов. Ау? Ребят, он, я так и знал, что они все слева. Ай! Сволочь! Пожалуйста, пусть это будет выход, пусть выход. О, спасибо. Мне нужно было слить 3 агента, чтобы попасть в место, которое я прошел 5 раз. Спасибо. Очень ценю это. Пошел вон. Иди отсюда. Вон, тут как-то даже посветлее. А есть шотганы? Чё мне хэндганы эти, а? Иди отсюда. Так, стрейфиться. Забыл как. А, икс, да. Икс. Нажмите икс, чтобы стрейфиться. Так, сейчас, спокойно. Без паники. Блин, здесь обходить капец далеко. О, вот здесь видимость хорошая. Здесь темноты нет такой. Сейчас сюда. Так, вот. Жизнь не такая боль, когда видимость не ноль. Да чтоб тебя... Так, вот вот вижу, еще бежит какое-то чудило. Вот. А чё ты? А ты чё не дохнешь? Другой вид, что ли, какой-то бойцов или чё? Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас. Ай, чё, блин, свиньи. Так, сейчас. А как я тут внутри оказался? Я сюда не заходил! А, они меня затолкали, все, я понял. О, ну капец. Это просто верх шикарности. Выход, пожалуйста, выход. Есть! Короче, вот этот чувак, похожий на Джона Кармака, тащит. Че это у нас? Engine Room 1, отлично. Где-нибудь здесь бы хпшек подобрать. Ну тут что-то, блин, это... Ситуёвина-то. Хреновина. Так. Я слышу его. А, вон он спереди. Ах ты ж скотина вертлявая, а. Офигевший. Сейчас, блин. Почему у меня для дрободана так мало патронов? Флеймтроуэр? Серьезно? Охренеть. Жизнь, вот где он раньше был? Иди сюда, родной. Блин, это вообще класс. А вы умеете двери сами открывать? Вы же не умеете? Вы же не умеете двери открывать. Ой, точно, Джон Кармак тащит. Ух ты. Прикольно, а тут даже как таковые, собственно, лифты сделали нормально. В смысле, видно, что они... передвигаются. Ну, хотя, скорее всего, это просто типа текстуры едут. Не понял. Это что, крысы? Нет, это не похоже на крыс. Что за хрень вы тут выращиваете? Ты головастик! А у вас патроны-то есть? Ну отлично, с них даже патронов нет. Никаких доходов. Сплошные убытки. Какие-то недокрабы, блин. А где же... Блин, вы... Откуда вы все бежите, сволочи? Слышь, ты чё тут вякаешь, а? Иди. Тихо. Ты... А, ты еще живой. А как это так случилось? Что ты стоишь и не нападаешь? И отсюда. Окуянный. Тихо. Сейчас.
Назад. Тут, блин, все-таки... Ай. Катабаза. Дай мне до выхода дожить. Не будь ты такой жопой. Ублюдки. Ублюдки, вы мне всех агентов загасили. А, ну вот какой-то есть на Биджея похожий. Может, Биджей тоже затащит? Флеймтроуэр, точно, у меня есть флеймтроуэр. Класс. Сейчас, флеймтроуэром надо этих уродов сжечь, они же жуки. Вот я вам сейчас устрою холокост. Засранцы. Ой-ой-ой, что за лаги? Да пофиг, что лоу, зато я всех этих уродов пожег. Так, сейчас, потихонечку. Так, они слева, да? На жуков с кулаками это отличная идея. Флеймтроуэр. Ой-ой-ой, отличненько. Все. Выход. Так, ой, что за левел? Инжиниринг 2. Ну что ж, играем, пока есть, так сказать, силы и возможности. Хотя у меня такое смутное ощущение, что эти жуки меня сожрут здесь. А чё у него ножки дергались сейчас? Ты прикол. Ну капец, а где здесь выход? Да пошел ты. Вот жопа. Не, все-таки биосканер помогает, нехило. Так. Выход, вот где он хоть приблизительно может быть? Чё? Ой, ах ты ж, ублюдина, ты чё со спины нападаешь? Офигевший. Я чувствую, сейчас я вот выйду, и они все вчетвером на меня ринутся. О, отлично, еще и солдаты пошли. Супер, чё? А выход-то где? Ничего взрывать не надо. О, а тут даже текстуры анимированные. Так. Ой, да пошел-то. А еще один. Ой, ёшки. Я что-то ступил. Я выбросил динамит и стоял, ждал. Зачем? Чтоб тебе во сне икалось, блин. Ай. Ублюдок. Вот так вот. Так, сейчас. Я не понял, где здесь выход. Эй! А что вы... Да плевать на амунишн, у меня хелсы на лоу, блин. Слышь? Ты это... Ничего не попутал? А, Вася. Офигел. Шикардос просто. Пошел он! Ах ты ж... Где мой огнемет? Вот так вот. Да. Ой, мне кажется, или от огнемета как-то игра проседает. Давай, иди сюда. Вот так вот. Вот так мы делаем все это в нашем царстве-государстве. Пошли вон. Ну, с этими уродами попроще, чем с жуками. Так, сейчас, блин, мне походу мне придется вернуться на тот уровень и зачистить его. Пошел.
потому что, я так понял, тут... Если не зачистишь один уровень, дальше не будет пройти. Или я что-то не понял. Пошел. Черт, он бы здесь бы сейчас был где-то обороны. Ага, все, накрылся. Медным тазом. Давай. Давай, псевдо-биджей, беги. Ну, предположим, я вернусь на этот лифт. И куда? Engineering Level 3? А, так он меня... Engineering Level 4. То есть он меня... Нет, он меня дальше продвинул. Окей. Пошли. А тогда что спрашивается? Я на том это ждет. Ух ты. Пульс лазер? Серьезно. Что он делает? Ой, ёшкин, куда я попал? Ну, отлично. Сейчас надо попробовать как-нибудь в соседней комнате их, не знаю, затравить, что ли. Пошли вон. Да, точно, они строго ребятки! Чего так много так? Окей.